Качественные товары и свежие продукты – вот чем славится Видновская ярмарка, проходящая в центре города. Ее главная особенность – индивидуальный подход к каждому клиенту. Широкий ассортимент одежды приятно удивит. Особый выбор порадует дам. Здесь найдется все – от домашних халатов до деловых костюмов. Особым спросом сейчас пользуются демисезонные модели, которые будут согревать в холодные дни. Можете и весной, и зимой, и осенью носить. Такие тоже моделечки есть. А есть еще на морозы. Прям на морозы у меня идет тинсулейт наполнитель и верблюшка. И ткани плащевые – это 85 хлопка и 15 добавки идет. Бывает, что-то понравится. Покупаю курточку, к примеру, я в этом году купила здесь. На ярмарке вы сможете не только пополнить свой гардероб, но и обогатить дом необходимыми в быту вещами. К примеру, качественными товарами из соседних республик. У нас товар белорусский, постельное белье с хлопка, сальна, полотенчики, наволочки. Ну, товар очень хороший, качество хорошее. Особым спросом пользуются продовольственные товары фермерского производства. Здесь вы найдете свежие овощи, мясную и молочную продукцию. Мы официальные фермеры, которые работают на территории Ленинского округа. Наше, значит, хозяйство достаточно большое. Мы находимся в деревне Спасские Выселки. Вот на ярмарке представляем свою продукцию. На ярмарке съезжаются продавцы из разных городов России. Традиционно на прилавке представлены продукции из Тамбовской области. Мы приехали со своей домашней продукцией, овощи, соленья, все свое. Яблочки очень вкусные у нас, ароматные, с Тамбова все. Сейчас у нас овощи свои, капуста, картошка, морковь, все овощи наши домашние. Большим спросом пользуются товары из Чувашии. Помимо качества и вкуса, видновчане отмечают большое разнообразие ассортимента. Вот у нас чувашский шартан. Мы продаем наше национальное запеченное мясо из говядины. Очень хорошо продается. Куры, цыплят, табака. Мы все сами делаем. Сало обалденное чувашское, наше вкусное. Очень вкусное. Вот масло чувашское от фермера по 750 рублей. Творог домашний у нас, куры домашние, яйца домашние. Все натуральные продукты из Чувашии. Обычно здесь покупаю вот баклажаны, бывают хорошие, кругленькие, люблю. Можно большой выбор. Иногда покупаю рыбу, иногда покупаю сало. Очень хорошее вот у молодого человека сало чувашское с чесночком, толстое, мягкое, хорошо кусается. Обращаем внимание, что ярмарка будет работать до конца недели. Успейте порадовать покупками себя и близких. Так, сейчас я выберу, ладно? Выбирайте. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.